Привет-привет, дорогие друзья, меня зовут Гудмен, и мы продолжаем проходить чудесную игру от студии Amaranth Games под названием «Проклятье в сумерках. Похититель душ». Напомню, это, друзья, сотый перевод студии, или команды, точнее, Gangster Team, плюс им помогает человечек под ником LinXP. Так. Давайте вспоминать. По-моему, мы взяли амулет в виде черепа, да. Тут очень важно помнить все моменты, все детали, где что можно вообще сделать, придумать, использовать какие-то вещи, потому что игрушка старенькая и, соответственно, работает по старым принципам. Много локаций, много действий. Не как сейчас. Две локации прошел, и про них можно забыть. Там уже ничего интересного не происходит. Здесь такой принцип не работает. Так, куда это мы вышли? Да, и напомню, будем искать, друзья. Будем искать монетки. Вот одна, вот вторая. Еще одна осталась. Угу. Так, кто здесь? Здесь, друзья, классический поиск по кусочкам, который я жутко не люблю, но кто меня смотрит, прекрасно об этом знают, но что же сделаешь? Ради вас, друзья, только ради вас и только в исключительно вот редких случаях я запускаю игры с подобным поиском, потому что, как правило, я их стараюсь просто избегать. Мне такие игры не нравятся. Поиск, этот поиск очень много времени у меня занимает. Не знаю, с чем это связано, но не люблю я такой вот поиск. Так, давайте покосим. И мы взяли магический символ. Лучница потеряла стрелу. Я, друзья, несколько дней не играл, поэтому какие-то нюансы могу не помнить, но мне кажется, что стрела где-то была. Потом, если подцепить косой, а почему бы и нет? Мне кажется, высота вполне косы позволяет это сделать. Здесь, мне кажется, надо мел найти. Мела у нас нету. Зато есть какая-то дверь, но вряд ли она подходит сюда, но тем не менее, магический символ. Что еще тут есть? Честно, друзья, я не знаю, что такое наутофон. Первый раз такое слово встречаю. Но я далекий человек от музыки, поэтому, возможно, именно с этим это связано, но, честно, вот без понятия, что это. По-моему, у нас оставалось вот в этой части здания только одно действие. То есть, видите, сверху есть количество задач. И мы здесь все выполнили. Вот. А вот здесь что? Вот эта самая стрела. Все, мы тут все выполнили. А вот здесь, по-моему, еще тоже вот тут что-то можно сделать. Я не знаю, что это. Пшеница одна из двух. Давайте убедимся, что больше сюда возвращаться не надо. Монетки найдены все. Действия все выполнены. Все тут в порядке. Все, сюда, друзья, больше будем не возвращаться. Тут делать практически нечего. Это хорошо. Такой, знаете, кусочек локации можно уже отстегнуть. Меньше информации в голове, проще играть, соответственно, дальше. Опять найдите все части, да вы издеваетесь. Блин. Вот, казалось бы, осталась самая легкая часть. То есть я эти веревочки нашел. А вот буду сейчас долбаться, я не знаю, сколько времени. Ну, вот как так? А вот оно. Так, это что? Медальон. Понятия не имею, куда мне его использовать. Медальон. Медальон, медальон. Возможно, кстати, вот тут стол был. И здесь его, допустим, как-то нет. Нет. Стоп, а здесь... Сердечко, капля какая-то. Тоже ничего. Может быть, он здесь как-то связан? И не здесь. Узоры тоже не тут. Здесь в виде месяца. Если мне память не изменяет, тут вообще непонятно, что сделано. Как будто книжка еще одна нужна.
Ну и осталась только одна локация, где я еще ничего не делал, и честно, у меня легкий ступор. А что же тут, ключиков у меня нету, топора у меня здесь тоже нет. Тут что-то... А что вот это такое, смотрите, у меня почему-то... Странно, только что лупа была на всех локациях, ну, по всей локации, как-то странно очень. Блин. Может, тут как-то с чем-то объединяется? Нет, изумруд. Хм. Где же можно тебя использовать? Вряд ли здесь. Я не думаю, что здесь. Здесь цветочек, часы, шар со снегом, фотография. А, это каменный ключ. Вот, наверное, фотографии мы собираем. О, можно даже так поступать. Смотрите, немножко инвентарь. А, давайте сразу сходим, кусочек еще вот этого скинем, пазла, чтоб тоже в инвентаре не висел. Ага, а тут не разрешают так сделать. Крайне любопытно. Ну, ладно. Надеюсь, глюка с тем не будет, что я там кусочек скину, потому что в некоторых играх, я не помню вот именно где, был такой момент, что можно было часть, вот там тоже типа писалось, что такая собирательная штука, один там что-то там из пяти я собрал, и надо было применить, пока это не сделаешь, дальше тебя просто не пускали. Надеюсь, вот здесь такой проблемы не будет. Слушайте, ну реально ступор. По идее, вот это последняя локация, что мы нашли. Но здесь-то что, мел остался? Да тут непонятная штукенция опять. Блин, как можно догадаться? Он просто овальной формы был, что там какие-то выступы есть. Отсутствует мундштук. Ага, у нас есть гвозди, у нас есть молоток. Вряд ли это все поможет мне. А вот мел очень даже может быть. Ой-ой-ой. Я прям мелом рисую. У меня такой художник, особенно мышкой, когда все это делаешь. Знаете, как ребенок в первом классе. А что еще вам надо нарисовать? Все, ступеньки есть, дым есть. Ясно, они проверяют детали. Детали всегда, друзья, важны. Я про это постоянно говорю. Без деталей никогда ничего не будет. Блин, видели? Чуть-чуть не дорисовал линию, и они у меня могли это не засчитать. Жесть, я как курица лапой пишу, но мне не стыдно, друзья. Я не умею рисовать, я это признаю. У меня дочка маленькая лучше меня, наверное, рисует. Каждому, знаете, свое. Я в другом силен. Идет. Ну, вообще, довольно необычная загадка. Они встречаются периодически, но, как правило, в старых частях. С новыми как-то, по-моему, не так все просто. Так, и бровь надо как-то нарисовать. Я надеюсь, скоро это закончится. Потому что я все больше и больше и ужаснее рисую. Я боюсь, что где-то сейчас тут что-то развалится. Я даже вот сейчас не понимаю, что не так. Может, надо пожирнее нарисовать. Ну, короче, нормально вроде бы здесь. Второй век или это первое? Слушайте, ну, тут вроде тоже все. Здесь надо немножко так нарисовать. Или снизу. А что не так? То есть тут линия стоит, тут мы все дорисовали, тут все тоже в порядке.
Так, снизу проведу еще раз линию, может быть. Не, ну игра вроде засчитала. Вон там сейчас я нарисую, видите, она как бы засчитывает. Там, где я подрисовал все, все вроде вот тут только что может быть. Надо как-то... О, тут что-то засчитывает новое. Значит, тут что-то не в порядке. Что это я рисую здесь? Что это такое? Да. Ну не знаю, по-моему, все нормально. Ну сверху как-то не очень получилось, будем откровенны. Как мне это перерисовать тогда? Вы серьезно, с самого начала? Вы серьезно? Да как тебя нарисовать-то? Тут что-то немножко выгнуто, может в этом проблема? Все равно не хочешь. Честно, друзья, я уже не знаю, какой раз я пытаюсь это сделать, у меня просто это не получается. Тут дело в том, что понимаете, по какому принципу это принципу работает игра. Я уже немножко понял по прошлым пазлам, ну точнее по прошлым рисункам, которые я делал. Ты должен правильно довести из одной точки в другую. У тебя линия может засчитаться, но само решение, оно не засчитывается. То есть, вот, видите? То есть линия стояла, я сейчас сохранюсь. В принципе, ладно, потом вырежу, неважно. Короче, смысл этого пазла именно такой. То есть, как этот скрипт работает, я уже понял, когда я уже несколько раз переигрывал. То есть, ты можешь начертить линию, и она якобы засчитывается. То есть, она остается вот как типа след на рисунке. Но если ты от точки А до точки Б где-то что-то неправильно сделаешь или остановится, или остановишься, она фактически не засчитывается. И у меня, скорее всего, вот с этой вот бровью вот вся проблема и была. То есть, кружочек засчитан был. Вот это вот зрачок тоже, а бровь я обычно как бы там, знаете, по кусочкам дорисовывал. И в этом была вся проблема. Сейчас, слава богу, вот проблема эта решена, но жутко специфическая головоломка, но в это прелесть старых игр. Вот в данном случае, конечно, в моем случае это явно не прелесть, но все равно очень интересно получилось в итоге. Ой, сколько тут предметов. Сколько тут всего? Да, бардак, конечно, тут еще тот. Кисточка разве не надо было? Кусачки. Керосинка. Ботинок. Кирка. Бутылка, банка. Бутылка, банка.
Бутылка, банка, не вижу. Леденец, рулетка, 5 овощей. Так, ну овощи это тыква наверняка. Хотя у них здесь ягоды, это овощи, вы знаете, тут... Тыкаете все, что растет, короче, в огороде. Авось не ошибетесь, я вам так скажу. Может и пицца у них растет, я ж не знаю, как они тут рассуждают. Да, что-то больше не ищется. Так, овощ, леденец, кусачки, бутылка, банка. Ну как бутылку, банку-то не видно? Вроде ищешь, ищешь и не находишь. Кусачки. Кусачки. Вот леденец. Кусачки. Блин, перья точно? Тут столько перьев. Но это ж не кусачки, это долото, это секатор, это коловорот, скорее всего. Тут какой-то клешня, может это и кусачки по-ихнему. Он перец, кстати, это овощ, овощ, кусачки и бутылка. Так все и осталось. Слушайте, жестко, что я ни банку не вижу, ни бутылку. Здесь вроде не так мест много, чтобы что-то прятать. Не, ну молодцы, конечно, ничего не скажешь. Но ради объективности скажу честно, друзья, что в старых играх очень... А вон банка же, слушайте. В старых играх очень здорово умели прятать предметы. Если подходили к этому серьезно, не просто, знаете, запускали программу-генератор, которая сама прячет предметы, абы как. То есть без какой-то логической такой последовательности, а просто рандомно. Были и такие, были даже онлайн-генераторы, я хорошо помню, я даже сам... несколько таких сценок делал, давал людям проверять. Ну, прикольно, конечно, но это все, знаете, так. Да, какая-то там сотая, тысячная часть самой игры, но вы могли быть ее тоже автором. Слушайте, друзья, как найти овощ последний? Вообще, что это за овощ? Баклажан. Так, тут что-то нагнулось, значит, батарейка там была спрятана где-то. Смотрим, что в локации это еще интересного есть. Нужна батарейка. У нас она есть. Мы запускаем. И что-то случилось. Я так понимаю, зацвели цветы, что ли? В цветах поблескивают жемчужины. Так, это важно, да? Турмалин. Редко в играх встречается. Так, что здесь? Дверь заперта, кажется, на ней отсутствует украшение. Возможно, дело вот в таких украшениях. Так. Очень хорошо. Здесь что-то закопано. Мы пришли с пристани, да? Тут еще у нас, кстати, задачки остались. Чем довольно много, я смотрю. И тут еще задачи остались. Так, новая локация. Мы берем ключик коллекционный. Серебряный коллекционный. Это здорово. Собираем монетки. Три монетки. Отлично, все тут собрали. Смотрим, что тут есть. У телескопа отсутствует ручка. Запоминаем. В книжном шкафу полно книг, но найдется место для еще одной. Угу, опять книги какие-то. Так, найдите всех летающих мышей. Так, это что, линза телескопа? Отсутствует ручка. Ручку пока мы не нашли. Одна из глазниц. Вот тут, кстати, какой-то из камней бы вполне пригодился. Типа вот такого. Пюпитер. Что здесь? В бутылке что-то есть, но у нее слишком узкое горлышко. Давайте разобьем. Че? Вот я понимаю такой подход. Зачем вот этой ерундой заниматься? Да, про этот мундштук я помню. Насекомые 10 штук.
Так, еще одно насекомое, да? Кузнечик остался. Или саранча это было, не знаю. Какая это что? Ручка телескопа. Что можно смотреть? Ищем созвездие, да, я так понимаю? Ага. Здесь вроде есть что-то похожее, в то же время нету. О. Странно, вот выделил все правильные звезды. Может, у меня чего-то еще нету? Или как-то правильно надо чертить? Давайте начнем отсюда. Типа раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я тут неправильно начертил. Блин, непонятно. Честно, я это не очень понимаю. А тут, кстати, координаты какие-то примерные есть. То есть 4 здесь и 2 и 3 между двумя и тремя. То есть 1, 2, 3. То есть довольно просто. Нет, тут что-то не хватает явно. Но мы это место запомним. Более можно что-то сделать. Так. Я защищаю от дождя, но это, естественно, дождь. Я покажу, что находится вдали. Это бинокль, телескоп, ну, в общем, любое увеличительное стекло. Может быть, микроскоп покажет то, что находится крупным планом под носом. Сперва меня замечают по запаху. То есть ты сильно воняешь, либо очень хорошо пахнешь. У меня сразу какие-то первые мысли появляются, я не знаю. Блин, а что замечают по запаху сразу? Может, чеснок? С помощью меня можно услышать океан. Но это ракушка. Кстати, ну, много раз слушал. Действительно, вот такой специфический звук. Я хрупкая снаружи и мягкая внутри. Может, яйцо? Я умею раскатывать тесто. Так, это... Калка. Мной можно копать землю. Это, естественно, лопата. А вот я здесь, честно, лопатой не помню, чтоб находил. А вот она, слушайте, такая, знаете, совок скорее, чем лопата. Любуйтесь собой с помощью меня. Это, скорее всего, зеркало. А если ты некрасив, как любоваться-то? Я ловлю мух с помощью паутины. Паук. Я смахиваю пыль. Мной можно что-нибудь связать. Из меня делают фонарики на Хэллоуин. Я маленький, пушистый, у меня длинный хвост. Каменный ключ, зашибись. Где он? По идее, как бы должно быть под чем-то, что мы копали. А вон, кстати, наводишь, оно появляется. То есть у нас уже два каменных ключа. У нас появился мундштук. Давайте сходим его, используем здесь. Сейчас кто-то приплывет, я так понимаю. Да, ух ты, смотрите. Призрак не пускает вас на корабль, раскрыв ладонь для монеты. Призраки, что они себе думают? Вы же давно уже мертвы. Чего вы тут ползаете?
отдыхайте. Нет, ползают тут, мешают нормальным людям развлекаться. Так, а это что такое? Отсутствует носовая фигура. Это уже получается немножко из другой оперы. Так, мы взяли призрачную книгу. Закройте. Угу, пробойну досками. Доска была у нас только одна, кстати. И нам нужен был топор, чтобы что-то сделать. На мачте должен развиваться флаг. Флага нету, носовой фигуры нету. Зато есть призрачная это. Призрачная книга. Может ее сюда. А вот и монета. Серебряная монета. Так, кстати, тут еще что-то осталось. Еще дофига. Ну да, там еще телескоп, в принципе. Глаза не хватало. Еще можно было что-то придумать. Так, теперь можно пройти на корабль. Привет. Когда-то меня вела дорога приключений, а теперь я застрял на проклятом острове. Помоги мне уплыть, я расскажу тебе тайну Грима. Так, топор. Кстати, топор нам точно нужен был. Пиратский флаг порван. Так, что там осталось? Какой-то кусок опять непонятный. Так, топор нашли. Осталось монетку найти, чтобы с этой локацией относительно можно было разобраться. Что здесь? Замочная скважина. Русалка. Это явно для носа корабля. Это не берется. Берется какая-то чистая звездная карта. Отлично. Это еще для головоломки. Так, а где же тут монета? Тут, в принципе-то, уже и не осталось мест, где мы не ползали. А. Вот она. Так, а что здесь? Картина совсем выцвела. То есть нужны какие-то краски, я так понимаю. Либо какой-то специальный там набор инструментов для восстановления картины. Давайте немножко избавимся от предметов в инвентаре. Используем все, что тут валяется под носом. Русалка готова. А, пиратский флаг можно... Пиратский флаг. Что можно с пиратским флагом сделать? Можно его как-то зашить, наверное. Так. Блин, и вот... Вроде ты ищешь одно, а потом тебе подсовывают вот эти вот дурацкие, блин, кусочки. Честно, все предметы наугад нашел. Смотрю, какие-то странные такие силуэты, блин, то и тыкаю. Ужасно, еще два кусочка, я уже в шоке. Так, одна какая-то палка осталась. Ну, где-то как-то логически надо ее скорее найти. Как бы я... Вот честное слово, я уже, друзья, не ищу сами вот эти предметы. Я смотрю, как они расположены. Ищу примерно вот такие вот локации. Точнее, такие места на локации, которые геометрически вот так же располагаются. И уже на них ищу искомый предмет. Вот логика работы. Так как-то быстрее получается у меня, чем я вот это делал по-другому. То есть сами предметы искать для меня... Ну, значительно сложнее. Масло, кстати, масло. Масло можно было использовать-то здесь. А когда я тебя нашел? А, когда искал что-то там. Зажгите фитиль. Ой, опять. Угу. Вот для чего вы нужны были. Опять, ну сшил же я, ну что вы по каюте их раскидываете? Засранцы, просто засранцы.
две части осталось, так специфически располагаются. Возле стула что-то бы я предположил, хотя может уже и вверху быть. Вот типа вон, вон там что-то торчит. Но нет, вот здесь. Ух, слава богу. Да, еще долго мучиться этими поисками такими специфическими. Будь у меня звездная карта, я бы уже вышел в море. Так, слушай, а губа у тебя, смотрю, не дура, да? То есть я тебе все делаю, там корабль починил, русалку посадил куда надо. А ты еще выстебываешься тут. Тебе самому не стыдно, нет? Так, ну, подсказки у нас есть. Немножко мы уже с этим разобрались, поэтому должно быть немножко легче. Я надеюсь, сейчас это сработает. Так. 1 и 2 где-то так. 1 и 1. Еще одна, да? Стойте, я не понял. А что это такое? Те же координаты 2 и 3, 1 и 1. Два и три примерно так. А, блин, я перепутал. Ой, а как здесь? Ну, там можно, наверное, уже как-то немножко подбором, если что. Так, ну, звездную карту мы тоже сделали для капитана. Давай, товарищ. Наконец-то я смогу отчалить, и хотя не в моих силах уберечь тебя от грима, я подскажу, как его перехитрить. Картина над тем столом не с моего корабля. Сними проклятие, верни ее на положенное место. Это ослабит ловушку, в которую Грим хочет тебя заманить. Чё ж, все, что вы роняете, все распадается на кусочки. Что это за молекулярная игра? Мир такой, где все просто вот... Да. Так, еще одна часть, самая... Самая простая, вот в виде картинки вроде бы, ну да, несложная была. Так, сундук заперт. У нас есть деревянный глаз. Картину забрать пока никак нельзя, но деревянный глаз можно было использовать где-то тут. Здесь, по-моему. Так, ух ты. Фух, вторая версия этой игры, друзья, а это зачетно. Ой, как это сделать? Ну, я вижу два сразу простых действия, которые мне должны помочь сделать-то. Я могу убрать одну, потом поставить две фишки. То есть вот эти две, допустим, я убираю. Ага. Потом эти я эту убираю. Убираю эту, у меня остается две. Все, я решил. В голове, друзья, я все решил.
Посмотрим, как это на практике сработает. Еще кусочек фотографии, уже немножко легче. Да, все, здесь все задачи мы выполнили. Осталось что-то в земле. И осталось забрать картину с, карандаша, с корабля. Так, что это такое? Подоила корову, собрала картошку с поля и пошла в город. Закончив там свои дела, я выпила чаю в местном пабе и задумалась о смысле жизни. Слушайте, как философски, да? То есть человек занимается такими повседневными деревенскими делами, или сельскими скорее даже. И еще даже, ну, в принципе, вы знаете, как говорится, руки работают, а голова-то свободна, и можно о чем-то пофилософствовать. Моей свадьбе с Джонатом, нашей дочери, розовощёкой Эмили, которая любит играть в дедушкином поле. Я вспомнила тот день, когда Джонатан ушел в море и больше не вернулся. С наступлением сумерек я допила чай и побрела домой. Интересный пазл. Доила корову. Собрала картошку. И пошла в город. Закончив там свои дела, я выпила чай в местном пабе. Может, это? И задумалась о смысле жизни. Это вообще странно, как можно смысл жизни в картине показать. Моей свадьбе с Джонатаном, нашей дочери с розовощекой Эмили, которая любит играть в дедушкином поле. Я вспомнил тот день, когда Джонатан ушел в море и больше не вернулся. Ну, со совершением, может быть. Так. Блин, ну специфическая, но интересная головоломка. Я вот в центре немножко провис и решил делать дальше. В итоге картина центральная, которую я не менял, она, в принципе, так и должна была там находиться, в общем. Здорово. Очень интересно. Так. Наша кончина все ближе, я так понимаю, да? Что-то поменялось. Ага. Коттедж в лесу. Ух ты, какая прелесть. Хотели, друзья, такой вот жизни? Вот. Картинки такой. Так редко вот бывает, знаете, такие простые, душевные вот картины, которые мы наблюдали бы. Все какие-то драконы, там, я не знаю, феи, там, маги черные, некроманты, заброшенные дома, там, привидения. Здесь все, все, все банально. Перец горошком 1 из 10. Вы меня добить решили сегодня, я так понимаю. То есть можно зайти на коттедж, можно подоить корову, можно покормить. А, гнездо надо сделать. Угу. Ну, вот этого горошка я больше вроде не вижу. Вот это вот перец горошком, чувствую, будет это камень преткновения в моем прохождении. Ну ладно, не будем пока расстраиваться. Здравствуй, бабушка. Изабель, это ты? Твоя мама предупреждала, что ты придешь. Мы ни разу с тобой не виделись. Я твоя прабабушка Элеонора. Давай поболтаем за ужином. Можешь сварить суп. Рецепт есть в книге на полке. Вот так гостей у них встречают, друзья. Сразу накидывают работенки, чтоб не расслаблялась. В сельской местности, наверное, так принято. Но это, опять же, все от страны зависит. В какой-то стране так принято, в какой-то нет. В какой-то тебе поляну накрывают там с блинами, не знаю, там с колбасой, с сыром. Еще и наливают что-то.
А где-то все скромненько. Чтоб много не пил, много не ел. Всего по чуть-чуть. Так. Я не взял один кусочек всего лишь. Вы серьезно? Так я быстро нашел все. Такой специфический предмет, вроде бы несложный. То есть такие вот плоские, знаете, стандартные. Я нашел кусочки, а вот такой какой-то загогулиной чего-то не видно. Так, а что здесь? Здесь можно, видимо, перец перемолоть в будущем. У нас есть ведро, кувшин, точнее, ведро. Это не ведро, конечно. Пшеница. Пшеницу можно... Кстати, можно же и пшеницу перемолоть, по идее. Мука у нас, да, это мука. Мука явно для этого. Для того, чтобы что-то испечь. Так, еще камень взял. Что-то книжку я пока твою бабушка не нашел. Ну, мука явно где-то отсюда должна быть. Может, сюда ее кинуть. Воды надо набрать. Ну, я так, в принципе, знаю, что надо делать. Если брать стандартные рецепты, еще яйца нужны. Угу. Были бы дрова, можно было бы развести. Так, нужна рыба. Я не знаю, это может быть перец. Имеется в виду перец и... Это баклажан или что это такое? Слушайте, я как-то вылетел из головы. Что это? В общем, неважно. Короче, вода, рыбу разделать. Потом этот овощ то же самое. Все в суп вместе с перцем. Ага, это чтобы рыбу приготовить. А здесь нужна пшеница, молоко и яйцо. Ну, все стандартно, да. Опять же, пшеницу мы перемололи. Все ингредиенты в миску перемешать. Форму для выпечки и в печь поставить. Все понятно. Пора работать. Пора доить. Так, коровка у нас. Ну, вообще... Блин, можно... Ну, хотя, конечно, да, речная вода не очень подходит для этого дела. Дров у нас тоже нету. Блин, а что делать? Пустые мехи, это блин, ерунда какая-то получается. Перца у нас тоже нету. Неужели по локациям весь перец вот так раскидан? То есть я просто не вижу все. Что это? Рубин? Турмалин. Нож. Ножом можно рыбу, в принципе, разделать. Что у нас еще есть? Может, дыма бы сюда как-то прогнять? Да, вот видите, можно было бы, если бы дымом это все наполнить, можно было бы прогнать ее. Но мне нужны дрова. А где дровня-то у вас? Где вообще? Что, надо идти в лес... Что-то здесь, может, еще можно. Давай твой стол пустим на дрова. По-моему, неплохая идея. Для меня, по крайней мере. Так, ну, блин, тут, наверное, ничего уже не сделаешь. Стоп, часики. Вам нужен ключ. Ключа у меня нету. Готовь суп. Ага, ага, вот и дрова. Отлично, сейчас наполним... Закинем в печь, раздуем, возьмем потом, ну как возьмем, короче, наберем дыма, пойдем отгоним пчел, и там уже дальше, может, перчик еще подыщем. Еще что-нибудь будет там, не знаю, что-нибудь в таком плане. Короче, план действий уже понятен. То у меня такой легкий ступор случился, думаю, что же можно тут придумать. Изабель, наконец-то ты пришла. Я Сесиль, твой прадедушка. Нам нужно поговорить, но я умираю с голоду. Будь любезна, принеси мне пирожное. Что ж, тебе бабушка голодом заморила, я так понимаю, да?
Угу. К лапке птицы что-то привязано. Это все здорово. Но где-то мне вот этот кусочек найти, который в серединке. Опять что-то закопано. Мне бы лопата, конечно. Вон лопата, кстати. Ах, эти кусочки чертовы. Ну не мое, друзья, это, ну не мой это поиск, ну хотя и другой, наверное, тоже сегодня не очень получается. Блин, вот он, блин, я вообще не там в кустах искал, это баклажан, цукини, ох как, блин. Я думаю, вся загвоздка, друзья, будет с перцем связана, потому что с перцем, чувствую, будет проблема, но можно... теории на эти задачи ориентироваться. В купальне нет воды. Давайте тут еще решим. Тут, наверное, будет часть фотографии. Фу, что же тут придумать? Что же тут придумать? Таких у нас должно быть три. Угу. Оп, я не рассчитал. Я тут не поставил. Блин, идиот, я же все правильно делал. Вроде подсчитал, а потом что-то подумал, что у меня их две. Не там поставил и все. По сути дела, мне эта локация, честно, ничего не дает. То есть лопата у меня не появилась. Фотографию, да, могу пойти откинуть. Цукини с рыбой. Ну, можно порезать там, где у нас... То нож слишком. А. Да, ведро бы где найти. Мне это ничего не дает. И по сути дела, я же нигде ничего-то и не взял. То есть мне очень не хватает ведра сразу для двух локаций. А здесь не хватает яиц. Надо. Курицы яйцо отложили. Снесли, отложили. Боже, отложили, это совсем не про это. Давайте от фотографии избавимся. Это, конечно, мне не сильно поможет, но, тем не менее, немножко, может, легче станет. На душе, что что-то делается. Спички, тут вроде бы ничего не поменялось больше. Тоже пусто, часов нету, шара нету, еще двое цветов, розы нету, узора нету, камни какие-то собираю. Зачем я их собираю, понять до сих пор не могу. Может быть, какой камень сюда подойдет, типа вот этого рубина, допустим. Нет. Давайте, друзья, на сегодня завершим прохождение. У меня, честно, не очень много времени осталось, чтобы искать возможное решение дальше. Я подумаю, когда у меня будет немножко больше этого же самого времени. Вот, если у вас есть какие-то идеи, но спонсоры получают доступ к видео немножко раньше, пишите обязательно. Может, вы мне какие-то такие наводки дадите, что где посмотреть, в какой локации побыть более внимательным. Вот, но... что делать после той локации с дедушкой и с лопатой его? Я не знаю, лопату он мне не дает. Может, надо было как-то отжать у него эту лопату. Но мне кажется, пока пирожные ему не вручишь, он тебе лопату не отдаст.
А там уже дальше сразу две локации других возникают. Ну, в общем, цепочка понятна, но что делать дальше, я пока не знаю. В любом случае, игра прекрасна, друзья. Большое вам спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока и до новых встреч.